Всем привет! Сегодня я покажу, как построить летающий аппарат, короче, в Майнкрафте. Берем любые блоки, блок слизи, наблюдатель, липкий поршень и любой блок, который может активировать поршень. Берем любые блоки и строимся вверх. Ставим поршень. Вот так. Сзади него наблюдатель. Здесь можем вот так. Теперь ставим вот так наблюдатель. Поршень. И здесь два блока слизи. Можем разрушить этот столб. Еще можно лодку взять, если для удобства. Берем вот так вот, строим снизу такую платформу. Ставим лодку. Включаем поршень. Убираем красный факел. И все, полетели.